Окей, идем в музей. Я снова в своем любимом художественном музее. Но вот не могла я не показать вам выставку художницы Элеоноры Романеску. Она известна в основном как художник-пейзажист. Вот ее полотна, пейзажи, они такие яркие, сочные, оптимистичные. Но на этой выставке, я вам обещаю, вы Элеонору Романеску узнаете совсем с другой, неожиданной для себя стороны. Почему? Давайте разбираться. Окей, идем в музей. Родилась Элеонора Романеску в 1926 году в Леушинах Аргеевского уезда. Училась в художественном училище имени Репина в Кишиневе, а потом... Училась в Москве, в реставрационной мастерской Грабаря. Она была одним из первых реставраторов Музея искусств, а потом продолжила свою карьеру как педагог. Она работала в художественной школе, которая сейчас носит имя Игоря Виеру. И, конечно же, она была художницей, столпом Союза художников, которая помогала молодым начинающим художникам сориентироваться, найти себя. Ее ценили и при жизни, и после смерти все артистическое сообщество. Директор Музея искусств, рассказывая о Элеоноре Романеску, подчеркивает, она один из четырех столпов национального послевоенного искусства, в числе таких художников, как Михаил Греку, Валентина Русу Чубану, Игорь Виеру. Романеску и карьеру начала в этом музее в качестве реставратора, занимаясь реставрацией церковной живописи, а почти перед кончиной подарила 50 своих полотен в коллекцию. Но и музей покупал ее полотна. Например, вот этот пейзаж купили на одной из выставок. Отмечу, что пейзаж это конек Элеоноры Романеску. Ее по праву называли королевой пленэра. Пейзажи. Основные полотна масштабно не занимают практически всю фронтальную стену, за исключением портрета матери. Вот это полотно, оно было написано в 1987 году, оно называется «Турнул Вентулой». Это полотно для меня, по моему настроению, оно очень напоминает Клода Мане. Почему такая цветовая гамма, палитра? Возможно, это мой камертон так настроен, вы увидите в этом совершенно другое. Техника, конечно, совершенно разная, но вот настрой, он где-то близок. Ну и, наверное, все-таки, знаете, отмечу, я бы эту выставку прописала тем, у кого депрессия и нехватка витамина D. Но эта выставка выстроена совсем не на пейзажах, а акцент смещен на автопортреты. Для директора Тудора Сбырня их количество стало настоящим откровением. Она особенная и прежде всего из-за большого числа представленных на экспозиции автопортретов, которые она писала в разные годы жизни. Это настоящее открытие для нас всех, ведь мы не знали, что она писала так много автопортретов. Вероятно, это связано с процессом образования, самообразования. Когда у нее возникала необходимость писать человеческое лицо, так же, как это делали многие художники на протяжении всей истории искусства, в том числе, например, Курбе, она прибегала к собственному лицу и зеркалу. 17 автопортретов представлены зрителю, и только один из них из коллекции музея. Остальные – это частная коллекция. Помогал в организации экспозиции внук художницы Октавиан Романеску. Эволюцию творчества и мастерства можно наблюдать в хронологическом порядке. Начиная с этого автопортрета, сделанного в молодости в 1955 году, когда ей было 29 лет. 55-й, 56-й, 57-й, 60-е годы, 70-е, вплоть до 2010 года. Конечно же, меняется и стилистика, прежде всего экспрессия лица и внутренние переживания. Каждый портрет – это новое внутреннее состояние. Покой, тишина. Такой ведь она и была, Элеонора Романеску. Она жила искусством и ради искусства. Представлены на выставке портреты 50-х годов. Вот портрет отца, портрет родителей. Тут мы видим работу со светотенью, что позволяет передать объем, глубину. Артиști în anii 50 în special
Когда художники, в частности в 50-е годы, ориентируясь на школу Ивана Хазова, писали в стилистике светотени, конечно же, это был способ и избежать вовлечения в идеологию, навязываемую режимом. Эти работы выполнены с огромной скрупулезностью и детализацией. Это портреты, выполненные рукой сформировавшегося профессионала с отличной академической подготовкой. Элеонора Романеску в этих работах уже уходит в традиции классической румынской живописи. Директор музея говорит, ее полотна – это своеобразный мост, связывающий традиции и живопись современную. Тут мы видим маму художницы. Работа называется «Бремя старости» и олицетворяет ее. На полотне изображена женщина, голова которой повязана платком. Есть серия портретов девушек. А вот удивительный портрет, который отсылает нас к румынской художественной школе. В частности, к Николае Тоница. Это чувственность, хроматизм классической румынской живописи. Это художница, работы которой, как мне кажется, следует не забывать, ценить и выставлять не только в Кишиневе. Элеонора Романеску была очень привязана к людям, и ей доставляло огромную радость ездить в село, общаться с местными жителями, с теми, кто занят обработкой земли, с людьми, у которых совсем другие душевное тепло и аура, в отличие от нас, вечно бегущих, спешащих. Вот и появилась у Тудора Збырня задумка выставить часть работ в районных музеях, в которых созданы для этого условия. Элеонора Романеску достойна того, чтобы о ее творчестве узнало как можно больше людей, уверен директор музея. Ну а пока новый проект будет реализован, советую заглянуть на эту выставку. Работать она будет до 8 мая.